областном дворце детей и молодежи. Наш дворец состоит из двух зданий. Одно здание на Щербакова набережная. Там у нас объединение по интересам эстетического профиля, художественного профиля. Второе здание – это Фрунзе 94. Здесь у нас находятся и технические направления, и эколого-биологические, и туристско-краеведческие. Кружков очень много. У нас занимается около 5000 ребят в 400 объединениях по интересам. Сегодня у нас завершающие дни недели дополнительного образования, такой формат, когда мы в начале учебного года привлекаем детей для того, чтобы они записывались в наши кружки и показываем все то, что мы можем, все то, что мы имеем. И еще, наверное, каждый ребенок понимает, что он действительно с тем инструментарием, который есть в дворце, может сделать очень много интересного. И поэтому, конечно, мы видим большое количество ребят, заинтересованных, любознательных, любопытных и, конечно же, по-своему талантливых. Вот эти таланты мы и пытаемся раскрыть. Приглашаю всех ребят, родителей прийти к нам и лично убедиться, как это здорово и интересно. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.